Холм, разделенный рекой. Предположительно, так с языка ханты переводится названием этого населенного пункта. Друзья, сегодня мы находимся в Шапше. Деревни пусть и небольшой по размерам, зато с очень большой и интересной судьбой. Пойдемте познакомимся с этой деревней сами. Шапша уютно расположилась в восточной части природного парка «Самаровский Чугас». Массив вековых деревьев, известный как шапшинские кедровники, создает особый микроклимат, который благотворно влияет на здоровье и психику. Однако там, где лес, велика вероятность возгорания. Поэтому начинается деревня не с чего-нибудь, а с поста пожарной охраны. Где брутальные мужики несут службу. Это не дань моде, это необходимость. Этот пост обслуживает не только Шапшу, но еще несколько других населенных пунктов. Некоторые говорят, зачем, мол, небольшой деревне целая пожарная часть? Не проще ли в случае ЧП вызвать пожарных из Ханты-Мансийска, который, к слову, всего в 30 километрах? Начальник местных огнеборцев Сергей Куклин с таким утверждением категорически не согласен. Поселок у нас все расширяется, расширяется, у нас растут многоэтажки. С города, если даже загорится дом, но пока они едут, они уже приедут. Дома практически, можно сказать, уже не будет. У нас теперь сейчас тут как бы звено газодовец, это нам помощь большая. Мы можем еще быстрее реагировать и тушить очаги пожаров. Идет хорошая профилактика населения. Ежемесячно раздаются памятки, буклеты. Как бы, ну, информация идет у нас, профилактика идет полным ходом. Полтора десятка крепких ребят, два спецавтомобиля. Вот таким составом борются с огненной стихией шапшинские пожарные Центра Спаса Югория. Так, амуниция здесь. Позволю себе маленькую шалость. Кстати, в детстве мечтал стать пожарным. Ну вот, хоть есть здесь возможность примерить на себя каску. Так, о! Вот такой бы я был пожарный. Спасибо пожарному дому, пойду к другому, там, где книги хранятся. Народ Шапши живет не только психически здоровый, но и читающий. Хотя, возможно, одно с другим связано. Многие местные жители зачастую используют свой обеденный перерыв, чтобы забежать в библиотеку за очередным бестселлером. Заведует этим маленьким храмом книги Любовь Головина. Уникальный человек, кладезь местных историй и легенд. Одну из них Любовь Георгиевна любезно нам поведала. Когда-то русский купец, значит, напали вот люди князца хантыйского, его убили, а сына, значит, взяли как бы в полон и растили как свое дитя. Это у местных жителей, вы знаете, что у северян вообще смесь крови, ну, это и мудрость их с точки зрения была, значит, чтобы он женился на, взял в жены дочь там и все прочее, а у них любовь как бы совершенно с другой девушкой получилась, и они он был пока на охоте, ее принудили выйти замуж за другого, она сбежала там, убила этого своего жениха, и он ее искал, найти не мог, потом нашел уже, что она погибла, и на этом месте выстроил себе дом, ушел из этого села, как бы, и вот в тайге. И это место вот потом, когда уже сюда деревня переместилась русская, знали, что вот жил Енька. А кто он был там, что он русский или не русский? Еника, они там звали Еника, а русские тоже стали звать Енька. История деревни начинается с 1728 года. Тогда на месте будущей Шапши стояли остяцкие юрты. Непонятно, каким образом, но землю эту коренные жители передали за неуплаты ясака трем пришлым – отставному солдату Николаю Зуеву и двум ямщикам – Евдокиму Змановскому и Якову Лыткину. Последний станет в дальнейшем основоположником целой династии – самой многочисленной фамилии в Шапше. С годами
годами деревня ширилась. Появилась мельница, постоялый двор. В 1905-м заложили церковь. В годы гражданской войны местные жители стали свидетелями страшной картины. По указу Колчака по Оби гнали так называемые баржи смерти. Останавливались почти в каждом населенном пункте, рассказывает одна из старейших жительниц Шапши Анисия Лыткина. В баржах возили пленных активистов Красного движения. Ой, бедных их возили на этой барже, да голодные, оборванные, бедные они парни. У нас вот папа ходил, заставляли идти, так. Ходил, смотрел. Жалко было, жалко народ тогда. Вот здесь потом Зинкова, здесь расстреляли, повезли в Зинкову, там расстреляли, расстреливали. Там 13, однако, человек расстреляли. Великая Отечественная в буквальном смысле выкосила мужское население Шапши. Многие полегли еще в 41-м под Москвой. В память о павших на полях Великой Отечественной войны в шапшинцах вот установили такой мемориал. Если посмотреть, тут среди фамилий в основном Лыткины по большей части. В советские годы на месте Шапши был колхоз «13 лет октября». В конце 50-х его переименовали в честь красного комдива Василия Чапаева. А вот и центр религиозного притяжения шапшинцев – храм, названный в честь святого Евфимия Великого. Примечательно, что когда-то стоявший здесь старый храм был последним действующим в Югре в годы гонений на церковь. Но и его закрыли в 50-х. Потом переоборудовали в клуб, а в 80-е он и вовсе сгорел. На его месте поставили новый. Когда владыка Павел благословил меня на это служение, то был, конечно, и страх, и какая-то неопределенность, но когда мы построили этот храм и освятил владыка его, то мне очень запомнились слова одного прихожанина, который приехал в этот храм и сказал, что слава Богу, жертвенник Христов возведен вновь, и пусть так будет до скончания века. Вот. Ну и жители Шапши, они, конечно, очень сплоченные. И есть такое ощущение, что люди действительно нуждаются в духовной поддержке, вот, в окормлении. Это действительно вот, в жизни каждого человека оно соизмеряется, конечно, по-своему, в своем размере, но каждый, конечно, приходит в свое время. Есть при храме и собственная воскресная школа. Здесь по выходным с удовольствием собирается местная детвора. А я меж тем продолжаю путешествие по Шапши и натыкаюсь на еще одно уникальное место. Мы подошли, пожалуй, к главной достопримечательности Шапши. Одноименное Шапшинское урочище. Это эколого-просветительский центр, а в простонародье просто зоосад. И здесь, кстати, живет главный символ деревни – косолапый медведь Степан. Пойдемте посмотрим на него, если он, конечно, проснулся. Как оказалось, Степан не единственный медведь в этом урочище. Косолапых тут три. Друзья, в гости к Степану я приехал не один, а со сгущенкой. Правда, кормить зверя лично здесь категорически запрещено. Я ее передам сотруднику центра, который за меня это сделает. А мы посмотрим. Шапшинское урочище появилось в нулевых. И, как ни странно, основоположником его стал медведь Степан. Точнее, медвежонок, чью маму убили браконьеры. Для Степана построили вольер, а затем и вовсе решили создать эколого-просветительский центр. Лиса Алиса и Бруно. Это что у нас? Обыкновенная лисица. Лисицы-то обыкновенные, но они же обыкновенно рыжие должны быть. А эти черненькие, серо-черные. Урочище стало родным домом для зверей, оказавшихся на грани гибели, то есть осиротевших. Сейчас отпускать их на вольные хлеба нельзя. Жить в дикой природе они не приучены, да и людей они уже не боятся. Приезжают у нас иностранцев, здесь очень много было. Были
посол США в Екатеринбурге, в Новосибирске, он проживает. Ну, он даже 3 раза сюда уже приезжал. Консул, наверное. Китайцы были, вьетнамцы, англичане, французы. А местные некоторые тут ни разу не были. Все, наверное, вау, да, там ходят. Звери, медведи. Кто видит медведей, наших медведей, это не сравнивать с зоопарками, там где-то на трассе, где-то там в зоопарках, вы чешете их, моете, чешете. Есть тут и домашние животные на радость юным и не очень посетителям. Жил-был у бабушки беленький козлик, жил-был у бабушки беленький козлик. Вот так, беленький козлик, да? Да и само место, где находится центр, крайне живописное. Вокруг сплошь вековой кедровник самаровского Чугаса. В этом урочище даже сцена есть собственная. Но почему бы на ней не выступить? А играть мы будем... на варгане. Сегодня в Шапше живет меньше 1000 человек. Сказывается близость окружной столицы, куда молодежь уезжает в поисках работы. А Шапша, она больше для души, для отдыха. Тихое, спокойное место, где чистейшим воздухом дышишь, не надышишься. Прекрасно, Шапша, летом, зимой великолепно, а осенью, весною, тем паче, хороша. Вот мы, собственно, и достигли окраины деревни. Здесь уже начинается пойма Аби. Прекрасное место. Друзья, настоятельно рекомендую, случится такая возможность, заезжайте в Шапшу. Здесь, как мы уже убедились, есть на что посмотреть. Да и люди здесь живут хорошие, душевные. Я с вами на этом не прощаюсь. До новых встреч на телеканале «Югра».